не мастер красивых речей, я всего лишь обычный человек, который расчищает дорогу к цивилизации. Но для меня честь получить титул гражданин года. Мистер Коксман? Да. Речь о вашем сыне. Он мертв. Скажи, что случилось. Он связался с одним наркодилером по кличке Викинг. Что еще за Викинг? С ним разговор короткий. Знаешь, кто такой Загира? Я ведь дал тебе повелителя мух. В этой книге все ответы. Я его прикончу. Неужели? С чего ты взял, что сможешь кого-то убить? Читал много крутых детективов. Спасите! Пропало трое дилеров Викинга. Спидо. Лимбо. Санта. Мертвы. Что за дебильные кликухи? Спидо, Викинг. Это фишка гангстеров. У тебя тоже есть? Вингмен. Напарник. Помнишь фильм «Лучший стрелок»? Можешь быть моим напарником. Ладно бы один пропал. Но трое меня хотят убить. Дайте-ка угадаю. Это Белый Бык. Белый Бык. Конкурент Викинга. Он хочет войны. Он ее получит. Вот дерьмо. Бандитские разборки в нашем городе. Только не в Кио. Уверен? Ты зашел слишком далеко. Теперь это мой мир. Не думаю. Око. За око. Разве ты не похититель? Не всегда. Когда каждый день едешь по одной и той же дороге, часто думаешь о других жизненных путях. Но я выбрал правильный путь. И останусь на нем. Нелс Коксман, гражданин года. Ну и славно. Нам нужны номера. Простите, но вы не бронировали? Что-что? Не бро... Вы хоть представляете, что я могу с вами сделать? На Booking.com.